Восьмая ежегодная городская конференция «Земля Серафима Саровского. Год семьи» собрала в художественной галерее студентов, школьников и педагогов. Открыл вечер хор «Капель» детской школы искусств. На конференции гостям рассказали о христианском взгляде на институт семьи и объяснили, как сегодня государство поддерживает семьи, какие есть льготы, какие действуют программы. Выступающие особенно отметили, что семья – основа для становления личности ребенка. Только семья дает человеку максимум самореализации, полноты жизни, раскрытия всех способностей, чувство защищенности, востребованности, преодоление одиночества, чувство комфорта и заботы. Семья дает возможность разделить свои чувства с близким и понимающим человеком. Быть любимым и любить. Испытывать полноту счастья и гармонии. Конечно, не бывает в семейной жизни без трудностей. Но преодоление трудностей – это показатель роста и развития человека. Также ребятам рассказали о статистике в Сарове, сколько ежегодно рождается детей, заключается браков. Гости узнали об основных направлениях работы ЗАГСа и ряде нововведений. 22-го года внедрен в работу экстерриториальный принцип предоставления государственных услуг органами ЗАГС. Это действительно очень упростило для жителей вообще нашей страны получать данную услугу. Теперь независимо от места жительства, любой гражданин Российской Федерации имеет право обратиться в любой ЗАГС России за государственной регистрацией и рождения, и установления отцовства, и расторжения брака, и регистрации смерти человека, за выдачей ему повторного документа, подтверждающие данные акт гражданского состояния, либо в отсутствии этого документа в органах, например, ЗАГС. Новшеством в ЗАГСе стало и чествование пар, отмечающих юбилей свадьбы. Уделили внимание смене имен и фамилий, усыновлению. Не просто так, наверное, президент Российской Федерации сделал 2024 год годом семьи. Будьте в своих семьях счастливы. Больше, наверное, уделяйте внимание бабушкам, дедушкам, потому что вы продолжатели своего рода. А им действительно настолько нужна ваша поддержка духовная. В завершении мероприятия гостям вечера показали фильм о счастливых семьях и исполнили песню «Лебединая верность». Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.